Музыка здесь, конечно, сумасшедшая. Вот этот карнавал, эти уругвайцы. Ну, действительно, праздник. Это вот чемпионат мира, на самом деле, это даже, скажем так, не соревнование главное, а главное вот эта ярмарка, вот эта выставка, да, эти болельщики, вот это самое главное. А в Самаре я, конечно, я был, честно говоря, очень давно, в последний раз, когда здесь еще играл и был капитаном Крыльев Советов Гарни Ковалян, мой хороший знакомый, вот последний раз был. Самара изменилась, и видно, что город, ну, город ожил, видно. И, естественно, что вот этот праздник, ну, скажем так, он развернул в правильное направление. Нам действительно очень нравится в России. Невероятно дружелюбные люди, отличная атмосфера в городах и на стадионах. Мы получаем большое удовольствие от пребывания здесь. Россия проводит чемпионат мира на очень высоком уровне. Сейчас мы находимся в Самаре, и здесь весело и тепло. Ваша набережная очень красивая и живописная. В общем-то говоря, мы не зря прилетели в Россию из Уругвая. Теперь хочется, чтобы наша команда прошла как можно дальше. We feel up.